Я думаю, оно приближается. Так. Какой-то звук. Фигура, да ладно! Ну-ка вперед, ребята, навалитесь! Погнали! Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобою наконец-то продолжаем играть в Doors. На удивление, ребят, обновление вышло, но не то, чего ты ожидал. Ты, наверное, ожидал новый этаж? Нет, нет, к сожалению, там произошла коллаборация с игрой. В общем, ребят, какой-то Tower Defense, и там будут именно монстрики Rush там и так далее. Ля-ля, погоди, в смысле? Вот этого не было? Вот этого чувачка точно не было, ребята. Что за безумный Дэйв? Ну, только позверел он немножечко, разозлился. Адский Дэйв безумный. Тоже какая-то фигня, сковородка на голове у него. Так, и добавили, вот мне сразу сказали, вроде как новые эти. Ну-ка, сейчас, погоди. Member. Вот, Tower Hero. Вот он. Incomplete El Goblina Quest. True Tower Hero. Отель Адвенча. Ого. Так, ну в общем, ребята, это что-то интересненькое на самом деле. Вот, смотри, какие-то маленькие чибрики. Что за... Погли... Вот оно, смотри. Офигеть. Эль Гоблина какой хороший, ребята, вы только поглядите. Ну, в общем, погнали, погнали, ребят. Ну что же, друзья, в общем, вот мы перешли с тобой. Добро пожаловать в Башню Героев. Герои Башни — это игра в защиту башни с множеством уникальных персонажей и врагов, а также картами для игры. Играйте сейчас, да? Учебник. Узнайте, как играть в игру, получите специальный бонус за... Так, ну, в принципе, давай... Что это у нас такое? Режим квеста «Замковый город». Телепортация в игру. Ну, я так понимаю, сейчас тут не будет, в принципе, коллаборации. Если что, я, ребята, просто-напросто подвырежу. Вот. Что-то это вообще вот прям знакомое-знакомое, ребят. Так, легко. Отлично, ребята. Что мне делать? Враги. Ля, это же вот этот чибрик, безумный Дэйв. Так, защитить. Хорошо. Так, ну замечательно. Замечательно. Так, есть секретный босс. Для активации нужно сыграть в Adventure мод. Карта Doors. Так, ну, ребят, я пока ничего не понимаю. Так что, ребят, сейчас после туториала, ну, давайте по-обычному, а потом уже будем думать, наверное. Как-нибудь поглядим. На два ролика, может, разделим. Я не знаю, за один ролик мы что-то пройдем вообще? Так, вернуться в лобби. Найс, найс. Родной, ручечки нужны! У меня что-то ноль ручек у меня. Ну ладно, сейчас мы, я так понимаю, длительность испытания играть. Давай. Я не знаю, вот сейчас я один там буду, нет, скорее всего, один. Библиотека. Квест мод. Сейчас у меня есть такое предчувствие, ребята, то, что это будет сложно. Что мы зря с этого, наверное, начали, потому что, видишь, я еще один тут. Но это библиотека, ребята! Господи, погляди на это! Офигеть! Шеф-повар? Что происходит, ребята? Мы, кажется, там потерялись или что-то. Ученые, я не уверен. Короче, мы вроде правильно идем. Ну, ребята, я вам скажу, вы зашли не туда. Содовая попса. Это мышка какая-то. Ребята, вы что-то слышите такое? Да, что-то с приборчиком, родной. Похоже, что-то там из этой двери, в общем. Ну, нам туда, в общем, в эту дверь. Я думаю, оно приближается. Так. Не имеет значения, в общем, мы должны помочь. Окей, let's go. Спасти гоблина. Конечно. Спасай его, родной. Быстренько получается. Че, надо вот этих размещать? Видим. Блин, он орёт, капец. Так, раз. Давай, ты одна справишься. Так, мы его спасли. Смотри-ка. Ох, спасибо, ребятки. Зовите меня Эль Гоблина. Ты в порядке, Эль Гоблина? Тебе нужна помощь.
Блин, зря вы его спасли. Он сейчас такую задачу, наверное, невыполнимую. Сейчас против фигуры надо будет сражаться. Или что-нибудь еще. Так, мой, короче, приятель Боб спокойно починит все это. Строитель Боб. Хорошо, Эль Гоблина звучит. Хорошо для нас всех. Короче, мы должны найти путь уйти, короче. Нет, о нет, ребятки, монстры уже на подходе. Волна... Первая из 25. Так, ну что же, давайте устанавливать, давайте смотреть. Блин, конечно, это замечательно, мы с тобой поставили. Но что делать? Так, шеф-повар справился, отлично. Я не знаю, я для удобства, наверное, вот так от первого лица буду играть. В общем, какие-то вот поварятки у нас. Так, ну давай вот прям сюда их. Эль Гоблина поставим. Как он там будет сражаться? Давайте, пацаны, что скричат-то? Ну-ка, быстренько. Ой-ой-ой, а этот-то, смотри, прям на все расстояние как. Так, ну давай, дружище ученый, вперед. Не знаю, честно, ребята, правильно ли я играю, но я только первый раз играю, поэтому ну, туториал я прошел, в принципе, понимаю, чудо как, но... Получится у нас? Нет, не знаю, что это такое, деревяшки. Посмотрите, чтобы посмотреть, максимальный урон 15, это что? Это ты поставил Эль Гоблину? Или что? Похоже, как будто он, ребят, потому что он, видишь, он даже не атакует. Шлам? Так, ребят, окей. Ну-ка, куда его еще можно тут поставить? Отлично, ребят. Пятая волна. В принципе, я думаю, пора улучшать наших. Летом поварюшка, летом он, слышал, как она? Бум. Прям этого балбеса. Ля, уже на лавочке сидит. Гоблина. Потом что, магазин будет у тебя на пятом уровне или что? Так, они, в принципе, очень хорошо справляются, ребята. Так, мы давай еще прокачаем их. Ля. Кепочка. Снэпбэк. Хорош, ребята. Давайте. Блин, прикольно вообще. Смотри, какие монстры. Так, осталось 18 волн, нам пишут. Так, ну, давай вот этого сюда. Да, он, видишь, он какую-то хрень размещает. Ну, давай, родной, размещай. Давай этого прокачаем. Уф, он со скелетом. Что за фигня? Почему у них кепки появляются? Это что такое, блин? Типа, с каждым апгрейдом они, типа, становятся круче. Кепочки воруют у меня. А, что делаешь, а? Так, ну-ка, ребята, ну, улучшаем. Ля тут какой, а? Батя настоящий. Хорош. Бикейру. Окей. А что там? Что там сейчас будет? Ребята. О, Джек. Так, улучшаем. Улучшаем, конечно, ребята. Ляна какой-то там... Отлично. Отлично, ребята. Так, 7700 у нас, ребят. Ну-ка вперед. Это максимально, если что. Все, мы максимально его прокачали. Он сейчас будет этим лазером там выжигать просто монстров. Ты погляди. Вообще не оставляет шанса им. Угу. Так, а я даже не знаю. Не, ну, наверное, надо прокачивать все-таки остальных. Давай потихонечку ставить их. Они всего 110 стоят, поэтому, ребят. А будет 25 волн, это ты сам понимаешь. Это нужно нам. Так, еще парочку ученых кипяченых, сюда поварешек, мышек я даже не знаю, мышки, ну пусть будет мышка, мы ее сейчас тоже прокачаем, она, я так понимаю, вообще замедляет, по идее, урон от брызг. Так, отлично. Слушай, а мне интересно вот сейчас стало, если мы с братишками будем играть. Ребят, если я с вами буду играть, там же капец будет. Ты представляешь, сколько там будет вот этих вот поварят? Ля-ля-ля, сик! Он, кстати, жестко бежал. Ребят, он жестко бежал. Надо прокачиваться. Ну-ка, ребята, вперед. Так, я уже понял, ребята, нужно прокачиваться, реально. Хош не хош, а хош. Давайте, ребята. Ну-ка. Отлично. Сейчас мы Эль Гоблина еще... Два максимально, если что.
что, куда его поставим? Давай сюда. Слушай, Сик вообще нормально бежит. Уф! Давай, братан, фигач! Хорош. Хорош, хорош. Так, уже 16-я волна. Не, ну я думаю, тут ребят легко, в принципе. Он даже не добегает, офигеть. 6500. Там по сложности идет. Самый хард это против Войда играть. Я так и не... Офигеть, ты еще не прошел? Я думал, вы уже все просто на свете прошли, ребята. Так. Ладно. Раш! Там был раш, реально! Офигеть, боже, ну это очень прикольно, ребят. Это очень крутая коллаборация. Ну-ка, фигачьте Джека. Это максималочка. У него крест, прикинь. У него крест, особая способность. Вау. А как интересно ее применить. Так, ну чувачки, давайте. На вас прям надежда, реально. Тут от поваров не скрыться. Тут поварята должны вообще тут мутить добро. Давайте, ребята. Осталось всего 5. Нормально. Нормально, хорошо. Так, я думаю, это вот и надо прокачать, ребят. Все максимально. Что интересно, или гоблина тут выбирает? О. Капец, они Сику по башке дают. Так, максимально, отлично. Смотри, они реально, походу, кресты юзают. Что это вот за разломы-то у нас появляются? Прикольно. Хорош, ребята, давайте. Осталось вообще немножечко. Красавцы. Так, я, пожалуй, других тоже сейчас прокачаю на всякий случай. 6500. Так, еще, ребята. Угу. Урон 6, так, урон 14, время восстановления. Урон 230, прикинь! Вот у этого телепузика. Да, я теперь понял, кто больше всех урона наносит, ребята. Ну, 300, хотя вот этот, ну, он, видишь, время перезарядки долгое, как бы. Тут всего 52. 14. Так, отлично. Что, ребята? Ну все, 24-я волна. Опа, 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 что-то проходит. Что-то проходит, ребята. Альт. Ребят, будьте наготове. Будьте наготове. Что-то чувствую я, что потребуется, да, от вас помощь. Поэтому давай даже вот этого прокачаем. Что-то у меня есть такое предчувствие. Лучше его качнуть. Так, какая волна? 25-я, ребята, 25-я! Так. Какой-то звук. Фигура, да ладно! Ну-ка вперед, ребята, навалитесь! Погнали! Офигеть, это, слушай, это вообще клево. Дорс, Tower Defense. Ты погляди. Валите, пацаны, стоять! Стоямба! Хорош! Зажали его! Блин, куда вы стреляете-то, ребята? Чуть выше хоть стреляйте! Фигуре не очень приятно! Вы чё, куда вы стреляете-то? По жопе! Так, он что-то проходит, ребята. О, у него 8000 хп! Пацаны! Пацаны, 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 пацаны! Ну-ка, брат, давай! Что-то тут как-то... Немножечко пахнет. 3000. Так, у меня есть идея. У меня есть идея, ребята. Я могу продать. Так что это все фигня. Это все фигня. Ребята, главное успеть. Для его лазером там. Ничего, мы сейчас его примем. Мы его сейчас примем. Ковровые дорожки, ребят. Только единственное надо. Так, ребят. Давай, шеф-повар. Погнал. Сколько у него хп? А, косарь. Хорош! Одним разом, раз и все. Отлично, ребят, молодцы. Вы справились. Хорош. Слушай, коллаборация очень клевая.
Мне прям понравилось. Найс, найс, ребят. Отличная работа. Мучо буэно. Вернуться за наградой. Повтор. Игра завершена тяжело. Так, вернуться в лобби. Квест завершен Эль Гоблино. Продолжить. Плюс 150 ручек. Ой, хорош. Так, ну что же, друзья, вот теперь мы зашли обратно в Doors. Давай поглядим. Ну, ребят, это нормально. Так, а награда? Что у нас по награде? Бля, у нас прибавляются, смотри! Tower Hero, Эль Гоблину. 100! Соточку и все! Но зато, я так понимаю, мы с тобой получили... Где он? Вот. Ну, вот такой вот он. Ну, интересно, слушай, интересно. В общем, вот такая серия, ребят, у нас получилась. Следующая серия у нас, наверное, побольше будет, да, потому что там уже тяжелее. Там 100% тяжелее будет битва. Вот, и даже, наверное, с братишками. Поглядим, поглядим. В общем, ребят, если вам зашло, обязательно лайкосик. Залетайте в Телеграм, бай-бай, дорогие братишки.